Страны ОПЕК Плюс на встрече в Вене договорились продлить ограничения на добычу нефти до конца следующего года, чтобы поддержать падающие цены на энергоносители. Начиная с 1 января и по 31 декабря 2024 суммарный объем добычи нефти в государствах соглашения составит чуть больше 40 миллионов баррелей в сутки, на 1 400 000 меньше, чем сейчас. Для каждой страны установлена своя квота. Для России это около 10 миллионов в сутки, для Саудовской Аравии 10,5 миллионов. Москва и Риад – крупнейшие экспортеры нефти среди участников ОПЕК+. Дюхошен и сиетве хайтак эл аз ОПЕК бечи székházат аз ангулаи эш а нигери кепвиселők. Az olajexportáló országok szövetsége nem sokkal később kiadott egy közleményt, ebben azt közölték, hogy 2024-ben a mostanihoz képest 1,4 millió hordóval csökkentik a napi kitermelést, így az naponta kb. 40 millió hordó lesz. Az Euronews-t Szilágyi Károly tudósította Bécsből.